Нифига во сколько много уже, ребятки. Ну чё, попиздим? Или попиздим? О, тут он. Штормит одну. Блядь, будут мне вот, ну, хочется пострадать сейчас. Вот буду страдать, короче, буду мучеником. Почему фотки с Аней удалил? Да нахуй они мне нужны, ну? Удалил, блядь, почему? Чтоб не дрочить на них потом. После баньки, да, блин, после баньки. Мы с дядей Ваней, короче, что-то, ну, и Антоха там подтянулся потом в завершение. Из Египта, ёпти, Египта. Что с Аней, расскажи. Нахуй ничего не буду рассказывать. Почему расстались с Аней? Зеленые глаза, да, зеленые глаза. Что такое загоревший? Что такое загоревший? Я из бани только вышел. Хочу есть, блядь, не хочу идти к холодильнику. Уберегите меня, короче. А Сахалин, здорово, ребятки. Ты думаешь, у них с Артемом что-то было? Да ебались, естественно, о чем мне думать, я знаю, блядь, ну. Либериан присоединился. Хули тут знать-то? Блядь, ну я не страдаю, если что, так, ладно. И можно тогда чуть-чуть пострадать? Нет, просто вон есть мадам, короче, одна, там, с правозащитными организациями, у нее там много подписчиков, она не хочет, чтобы я выставлял. Девушка с Египта, зачем? Привет от русской девушки с Египта, ну зачем так? Привет, привет. Так, отпусти свои проблемы, отпустил уже. Грустный. С Юлей как? Кто такая Юля, блядь? Присоединился к Ачум. Артем в телеграм-канале сказал, что ты ничего... Что у них... Блядь, слушайте, все, короче. У них ничего не было. С кем парился? С Ваней Барзиковым, с Артемом, с Антохой. У Вани, скорее всего, хорошо. Гусь хрустальный, привет, ребятки. Где ваша девушка? Какая? Ты с кем сейчас? Я один. На неделю, блядь. А, на неделю, да, супер вообще. Где подружка твоя? Хуй его знает, где. У вас же с Аней все было. Что у нас все было? Деньги, счастье, яхты, да? Почему ей не веришь? Не верю. Опять один. С Ваней ладил общение полностью. Да, мы с Ванькой хорошо общаемся. Так скажи, что делать, когда совсем ничего делать. Вот не хочется. Скажи, идите воруйте, блядь, чё. Я так делал. Правда, у вас плюс у нас, да. Так, что так получилось? Сливаться не пришлось, ну да. Можешь не материться, можете не смотреть мой эфир. И уберите детей от экранов тогда. В Мурманске дубак, сочувствую, зайдешь, хорошая, Аня, охуительно. Почему? Почему мне... А почему не везет в отношениях тебе? Мне везет в отношениях. Ты проиграл Владу спор. Неделю нет, я был. Ты с Бородиной? Да, конечно, Ксюха сохнет по мне. Уже 17 лет. Отказываю ей. Так. Надеюсь, ты меня разочаровал. Ты можешь позволять в своем телеграме оскорблять Кристину. Слушайте, да мне вот нахуй не нужно следить, блядь, за телеграмом своим. Вы в своем уме вообще, женщина. Давайте я вас сделаю там модератором. И, блядь, удаляйте там, все пишите. Я что там, сижу. Ты отвечаешь в директ? Конечно, отвечаю. Ну, почти отвечаю. Ты на Дом 2? Да. Привет, сладенький. Ой, кто это такой? Даже не знаю, кто вы. Бледей наберут, блядь. Ну, слушайте, нельзя так писать про Крис. Маленькая, нет, ну да, есть такая, скоро к тебе приду. Будем строить отношения. Кушева, блядь, ну,
Ну, слушайте, хватит. Кристина своя, Лех. А, не, так, Леха посадит, так нельзя, посоветую. Воруйте так, чтобы не посадили. Зайчик, не злись, не злюсь ты. Порил на месяц, Владом, блядь, сам дал, да? А в Берлин собираюсь, ребят, в сентябре нахрен свалю, блядь, уже домой в Берлин. Да заебись, Лех, человек. Ну, так все, говно редкостное. Не злись, пупсик, я думал, у вас все получится. С мамой, да. Самый ёбнутый участник за всю историю Дом-2. Бля, я старался для вас. С Надей общаешься? Ну так, да, чуть общаемся. Армения, привет, дорогие. О, Крутик, Женёк, привет, дорогой. Как ты, мамулю твою с днем рождения поздравляю тоже. Пивком подтянет. Ладно. Че, пойдемте в тот дом. Схожу сейчас, что-нибудь надо покушать взять и буду сериальчик смотреть на немецком. Нашел новый. О, Лешка, привет. Марина. Расскажи, пожалуйста. Ну, блядь, ну, не хочу рассказывать. Там грязная история такая. Это нечто, да, собака. Жулика обожаю вообще. Вообще животных обожаю. Они меня любят. Он тоже встретил одно животное. Вот, самым удивлен. А, это вопрос был. Не ешь воды, пей. Да попил воды уже. Ну, хватит, сколько можно пить. 3 за полгода это фунт. Бля, это хватит вам писать. Верни Альбину, бля. В эфирах не будет. Да, Лёш, 100%. Нарцисс. Я нарцисс. Кто сидит на мефе в доме 2? Да хуй его знает, кто сидит. Ваня сожалеет о своем поступке каком. Здесь такая типа отношения. Вы тоже дешевый. Ты с кем? Ни с кем. Сколько лет твоему сыну? Да хуй его знает. Сночек отлично, бля. Какие тебе девушки нравятся? Девушки мне нравятся умные. А что за фотка с Аленой Шторм? Кто такая Шторм, Алена? Да не знаю, Аленка крутая девчонка. Мы, кстати, с Аленкой провели вместе вот этот, ну, день, там ночевали вместе даже, но у нас ничего не было. Она очень хорошая. О, Саня, привет, Санечек. Когда ты прилетишь уже из Монако своего, ну, из Ниццы, задолбала. Давай уже двигай сюда быстрее. Не расставайся, все у тебя будет хорошо. Общаешься с бывшей женой, конечно. У меня и так все хорошо. Ты самый добрый, все очень справедливый. Ну, блин, фиг его знает. Какой я справедливый. Так, ладно. Короче, отбонжуриваю. У меня в общий дом. Как Влад бухал, сгодировался. Владосик красавчик, короче, да. Нахуярился вчера.
Привет, пока еще тут месяц. Санечек, давай, я скучаю, короче. Надо песню записывать. А то как это? Бро. Что случилось? Приветики. Девушки-врачи нравятся? Ну, да, хер его знает, как вот смеются. Мне как раз нужны врачи, там, мало ли, инсульт, инфаркт. Альпик, Акис, иди ко мне. Иди ко мне сюда. Смотрите, вот она. Иди, моя хорошая, сейчас буду тебя кормить. Ой, девочка какая. Да ты что? Да ты что? Ой, с голодухи. Иди. Скажи подписчикам моим привет. Пошли. Нравится Орлова, да? О, Лёха. Не надо, прищемишь. Ты так загорел. Я, блядь, из бани вышел. Какой загорел? Вы чё? Загорел. Ты же поспорил с Кадоем, что если расстанешься с Аней, то будешь бегать голым. Нихуя не буду я бегать голым. Зачем, блядь, инфаркт, чтобы был у всех, ну? Представляете, будут говорить, он старик с ума сошел, да, Аленка, да? Это что у тебя за поза такая? Скажет, блядь, ну, с надроченным будет гонять здесь. А сколько у вас отбой, блядь? Вот, блядь, так вот, на. Пап. Смотри, кто там. Хлюст. Пойдем. Сохрани эфир. И правильно, нахер бегать голым. И дай ему похер. Да мне похер. Ну, блядь, ну зачем? Вдруг у ребят будут, блядь, но потом дискомфорт какой-то, на. Нахер не хочу. Иди, Павло, иди. Иди. Он не хочет идти. Вот он здесь. Павло. Алена. Алена поздравила Захарову. Кстати, Захарова днюха сегодня, да? Где вы с Аленой познакомились? С какой? Со Шторм, да? На одном благотворительном мероприятии лет 12 назад. 10. Гранд... Ты попался! Ава! Колбаса хитрая, ты чё? Да. Так, гранд свиньи под ножами голову. Приезжай в Германию, ребят, ну, естественно, приеду. Шрот. Так, Черкас. Привет из Эстонии, Лёха. Здорово, ребятки. Здрасте всем. А чего не спим-то все время, час 10? Какая она в жизни? Расскажи, плиз, очень интересно. Про кого? Про Штурм рассказать вам? Красивые глаза. Меня ждешь? Ну, хуй знает. Ну, уже Бен устал, реально. Позови Алену, пусть нам приведет, привет передаст. Пицца-шеф тут нужно, слушайте. Ну да, давайте. Есть планы на ДР? Конечно, есть. Какой сериал на немецком смотришь? Смотрел «Шварцлисты», закончил его полностью. На тебя смотрю. А ты где сейчас, в каком районе смотришь? Мойн, Алющунь. Мне кажется, так.
кто высокомерная? Блядь, напишите, я его не улавливаю, Маша. Устал от одиночества? Да. Аленке привет передам. В следующий раз. У Аленки грустные глаза. Дядя Ваня идет. За чайком, да, дядя Вань? Опа. Держи. А чей это стакан? Мой, Вань. Где ты его дернул? Из админки. В админке есть там? Угу. Не-не. Мне нравится в том водой разбавлять. Да бери, я заварю вон в том своем. Бери стакан. Я заварю. Не-не-не, я уже кушаю. Ваня приехал в Сочи, да? Самое главное всегда. Хочу творожок сейчас на ночь. Хочешь творожок? Угу. Лапшу туда готовишь? Нет. У меня завтра маникюр с утра, ребятки, педикюр, короче, все дела. Заебень, все черный шелак, короче, похуй. Латвия, привет. Смотрите, короче. Какой палец вытаскивать, угадайте. Оп. Белорусы, привет. Нальчик, здорово, здорово, ребятки, всем. Кепка красивая, блядь, как я. Сам ее сделал. Альпика, что такое? Ты где? Че с тобой? Лёша, ты все. А сегодня продукты привезли? Да. А? Да. А их сюда заносили или нет? Да, заносили. Просто сока, я смотрю, вообще нету, да? Настроен на свою красоту, блядь, но вообще никогда не был настроен. У Ани нет шансов быть со мной, нет. Янку завтра поздравлю с днем рождения. Где ваша девушка? Да хуй его знает. Где-то там тарится. Моей нету. Моя где-то еще, наверное, за периметром. Да, дядя Ваня привез из Сочи такую рыбку вкусненькую. Сегодня покушали, прям поели ее в баньке. С превеликим. Спокойной ночи у нас снова. Да, было вроде все хорошо реально. Как вы относитесь к войне к Украине? В Украине? Ребятки, плохо отношусь к войне. Ой. Война это бы хуйня. Люди гибнут, так нельзя. Или она сошлась с мужем? Без понятия, не знаю, здесь она. Не грущу, конечно. А где здесь? Аленка, ты здесь? Нет, Шторм? Маякни мне, напиши что-нибудь. А? Наркоман? Я, конечно, что? Такой грустный. Красавчик. Юля бывший пришел на проект. Ну да. Умрут вместе со скуки.
Влад с Алиной вместе? Нет. Клава с Тиграном? Нет. Как ты, я охуенно. Блондинка Анна Кусери. Набери мне, поболтаем. Набери мне, поболтаем. Кто ты? Сколько ты получаешь на проекте? За продукты, блядь, работаю. Я хорошо зарабатываю, блядь. Я, Ваня, Кристина. Здесь же у всех разная зарплата. И нам нельзя говорить, кто сколько получает. Другим участникам, вообще и вам тоже. Чтобы завидно не было. Главное, изолятор не подай, улыбайся, хорошо. Улыбайся, улыбайся, изолятор избегай, не стесняйся. Смотрите, встала. Ты специально так встала? Именно эта песня. Миллионер. За мелкой паришься? Да нет, нахуй мне париться, вообще не парюсь. За баб никогда не парюсь. Если бы была любовь, там ладно, да, одно дело. Один стих ждем от тебя. Валентина. Валентина мобильная. Один стих. А какой? Он стоял на обрыве, взмыв клинки свои вверх. Его слезы поранили щеки. Он смотрел на людей. Оказалось, всем вниз. Лишь в душе мы все так одиноки. Не справляясь с бедой, омрачая свой путь, возвращаемся снова к истокам, где... В глухой тишине нам всем трудно вздохнуть. И на сердце вот так одиноко. Вот что я добавлю. Маска выгнали. Маска выгнали. Классно, что маску выгнали. А, Макс? Саня, остались? Да, не верю, что интересно. Бля, да понимаете, что к маме я уже давно запланировал поехать, и просто так получилось, что она тоже поехала. А они тебя пытаются вернуть? Блядь, не знаю, это бесполезно, ребят. Ты так душевно рассказываешь. Скоро придет твой человек, все будет у тебя умней, так все заебись. Но если будет еще лучше, я за чаючек. Я обожаю чай, я вообще чаёвник. Кофе не люблю, а вот чаёк обожаю. Ты так душевно рассказываешь. Молдавия, Щифач. Надо, гранда, все. Окей. Как с гуси воды. Блядь, да понимаете, что они с Клавой подходят друг к другу. Строкова ведет прямой, добавь ее. А как мне найти? А зачем мне Строкова, ну? Так, чтобы было. Кто тебе нравится на проекте? Никто. Никто мне не нравится на проекте.
Я хочу варенье. Я хочу варенье. Так, Ульяна прекрасная девушка. Из-за шторм Аню бросил. Из-за шторм Аню бросил. Да нафиг. Мать обратно, живи с улыбкой, всегда придет, конечно. Ты в отношениях нет, зачем нам строка? Вот так, понимаешь, по-молдавски? Конечно. Ты с пилой в этой кепке не работал? Нет. С пилой. Так, блядь, не хочу. Вы знаете, что я противник того, чтобы там звать кого-то, да? Вот само должно прийти. Так же не обратно, не? Лёха, пицца, то Москва, да, заказ можно? Можно. В директ пишите. На свадьбу тебе надо, да, построить отношения. Судьба. Альпик, иди покормлю тебя, девочка. Иди сюда, кис. Вместе с Аней. Нет, я на Баджинаре. Блять, ну, я этого не говорил, но вы правы. Альпик, иди сюда. Дима, я хороший, иди покормлю тебя. Почему расстались? Кайсуэнь нет, у них все хорошо. Адеев у тебя? А принцесса, да, еще будет. Ты достоин всего самого лучшего, я знаю. Видео ты меня, Дубровский опять вскочил. Иди сюда. Альпик. Да, она переспала с Грантом. Иди. 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 Да похуй, я не буду додумать. Надо с девушкой. Да нахуй на. Понимаете что? Босса, все это зарабатывается. Это не проблема. Просто отношения. Надо человека душой выбирать. Лёха, вы. Здорово. Приветик, привет. Пиздец у нас, конечно, да. Короче, походу, творожка не будет у меня, будут макарончики. Нет, не с подруженьки, а не с клана. Приятного чаепития. Спасибо. Кюкари соус есть. Мой любимый. Мой любимый. Клава спою. Сейчас ты настоящий какой есть. Бля, я вообще всегда настоящий. Давай шансончик. Давай пиздавай, ладно? Пиздавай. А то получится. Пиздавай. Татьяна, я вас заблокирую сейчас. Ну, просто они были на моей квартире, ну, где я снимал. Я знаю, что там происходит.
в той компании, где они были. Поэтому давайте, тетя Таня, до свидания. Спасибо за дочь. Евгения, привет, бро. Дом 2, Санта-Барбара. Ребят, сегодня буду делать шеллак черный, короче, ногти. Сейчас, сейчас. Да, хорошо, что сейчас начал. Угу. Познакомлю с мамой. Макарончиков я все-таки съем. Сколько развлекаешь, расскажи мне. Вот у меня есть 122 человека. Розочки дают тебе? Розочки нет. Ты где-то в этом. Это в чубать. Опять. Вот он постоянно так, видите, даже на вас наезжает. Ну, а вы говорите, ну, то, что мы тут рядом находим, всех терроризирует. Террорист. Рэпер с улицы. О, Мишаня, ты откуда? Ты со спорта? Я не был на спорте. Я так и понял. Слушай, я макарончики возьму у вас, можно порцайку? Порцайку чисто так на ход ноги на ночь. Розочки. Ну, это твоя тоже, тоже, мне кажется, твоя. Дай ему пенду. Да не надо же, блядь, Маня Кристине, да. Хорошая парочка, обожаю их. Голландия, привет. Ребят, короче, завтра буду делать черный шеллак. Как вы считаете? Нормур? Или нихуя? Короче, знаю то, что скажете. Нихуя, блядь, все самое нормальное было. Но все испортили. Ну, все испортили. Улыбайся чаще, тебе идет, естественно. Я тоже был лучший из лучших. Да, шеллак делать, да, буду шеллак делать. Нахуя? Вот у вас спросил, нахуя? Узор пиццы, да, думаю, что вот и пиццы сделаю здесь узоры. Под этот, под, обожаю, блин, с этой, не нормуль. Нормуль. Спрашивает мне, чтобы потом послать. Ладно, это была шутка, чтобы послать. Я не пошлю вас. Делай шлак, круто смотрится. Не мужское это дело ногти красить. Блядь, ну не знаю. Перебор, чё черный. А какой, розовый надо? Ты кран такой шляпой страдай. Не страдай херней. А ты любишь кольца или цепочки? Нет, ребятки, терпеть не могу. Ну, не то, что терпеть не могу. Нет. Кепка огонь у тебя, шелак. Хорошо. Завтра в 11:30, короче, иду. На педикюр, маникюр, вот. Надеюсь, я ему удаляю все говно, а то лицемерно получается. Давайте я вас сделаю. А что лицемерно получается? Мне нахуй не нужно, блядь, сидеть и контролировать там, кто что пишет. Я вижу, удаляю. Напишите мне, кто это. Я за Кристину, блядь, всех удаляю нахуй там. Узор можно, согласен. А тебя нахуй удалю отсюда лицемерно, блядь. Чтоб тебя нахуй здесь не было. Вот так вот. Дашко, Настя, общаешься? Нет, у тебя есть телеграм-канал? Есть у меня телеграм-канал, да. Геркинзон. Настя, уже ты красавчик. Да я знаю, Лех. Интимную стрижку делаешь или эпиляцию полосы? Нихуя ничего не делаю. Интимную стрижку, блядь. Еще скажите мне, блядь, шеллак сделать, ну да? Черный. Вот вы бы отдаете.
блядь, ночь, время. Я, короче, ем макароны. Антох с легким паром. Спасибо. Сейчас чаечек, макарончики. Вы с Аней вместе, блядь, да, он стоит под столом у меня. Вместе, блядь. В кармане. Короче, много не буду. А то вдруг поправлюсь, да? Странно, почему девушки такие дуры не хотят с тобой быть. Ты очень дур, блядь. Со мной много кто хочет быть, да? Ребят. Вот, да, Антох, ты прав. Иди, я тебя положил. Иди сюда. Иди быстро. Давай, шкардубай сюда. Я шизею от неадекватных людей, пишите. Антон хороший парень, очень достойный. Да, давайте, ребятки, начнем, найдем Антохи, короче. Вот смотрите, такой парень реально крутой. Антоха вообще молодец, подписывайтесь. Какой у тебя там ник? Давай напишем, я скину сюда. Подпишитесь, давай, напиши. Антоха реально крутой чувак. Вот он девушка нужна нормально. Вот тут какой язык-то? Это немецкий. Клавиатура. Вот. Антон Санников, да. Ну хорошо, ладно. Я больше нихуя не буду ругаться, мать. Ну, много не буду ругаться. Матюжник. Ебать ты, матюжник, прости за мать. Слушайте, нет, еще как я понимаю, вкусно готовишь. Я... Да, поставь, пожалуйста, Антох. Не шила, не надо. Просто красавчик. Вопрос, что вам нравится? Накачанная женщина. Ты? Антон с Яной надо быть, так. Кто это? Это Антон. Почему мне нравятся тюнинговые девушки? А кто вам сказал, что мне нравятся тюнинговые девушки, а? Золотую гриву расчешу ласковыми гривами, воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный. Она сложная. Кто, блядь, сложная? Я ваком не улавливаю вашу мысль, потому что, может, не вижу. Как с Анюткой. Все классно, что с Анюткой. Самая счастливая пара проекта. Знаешь стихи Высоцкого? Знаю, ласковыми гребнями. Раньше с Брянска, теперь с Самой. Да, нахуй. Я тут. Ростов, здрасте, приятная беда, бля. Да, мы с Аней расстались, конечно. В 2 часа я съем сейчас майонез, а мне ведь все ведь похеру.
Потому что я имею прогресс в спортзале. Лет 15 назад. Ну, сейчас-то, поэтому, естественно, надо. Раньше водка крепче была. Лёха, стихи где новые? Еще от старых отойти не могу. Думаю, у вас наиграно, прошу прощения. Слушайте, я не знаю, меня нигде не наиграно. Моя тоска тоже даже. Вопрос не отвечаю. Насколько похудел? Нормально. На 8 килограмм. Как твоя диета? Нормально. Новая диета от миньета до миньета. Практикует Люба, практикует Света. И Наташа тоже пососать не прочь. Это, кстати, мой последний стих почти. 8 килограмм – это хорошо, бэт. За 3 года, да, прогресс налицо, бэт, видел. Они сами молодой вместе пришли при снижении в невесте. Выпьем 2 по 200. О, Ванька, привет. Здорово, мужик. Спасибо. Ну чё, будет реванш у нас с тобой, да, Ванька? Хай-фай. Ксю, привет. Как тебе бывший Ульян? Санюша, нормально. Почему губы качать? Захваты делать? Тогда рот, наверное, надо делать, а не губы. Казахстан, привет. Готовься, да. Нарфамин, здорово. Ребят, ничего, что я ем, а? Не выражайте. Вань, Ксю, вы что делаете, кстати? 21-го же у меня днюха. Попробую отношения с Ульяной. Ты что? Ну, Ульянка классная. Но боюсь. Она везде отоварить может, ну, чем-нибудь. Что ешь? Блядь, даже показывать вам не хочу, короче. Пахнет вкусно, но похоже на какахи, короче. Смотрите. Да. Портил аппетит вам, наверное. Не, не за детей боюсь, блядь, потому что она, блядь, ну, сумасшедшая. Кушаем огурчики. Бля, я вам сочувствую. Да, Ульяна не такая. Двадцать первый днюх, а завтра. Ну, мои днюхи все интеллигентно будет. Ждем доставку. Классно. Пока огурчик, да. Сколько стукнет, старичок? Да, 43. Кто в бою победил, Черкасов или Меньшиков? Я, блядь, откуда знаю. Интеллигентно посмотрим эфир, блядь, если честно.
концовку нашу не помню. Я победил. Мы с тобой полтора фуводки засандалили, блин. Уже на Вискаль, на... Там не выжил бы никто после нашей дозы с тобой. Все ок было. Все классно. Чигурган сказал, что тебе уже 43. Да хуй знает. Тебе нужна девушка, как мне. Тебе нужна движуха. Владикавказ, привет, ребятки. Не идет тебе материться, ты красавчик. Ну хорошо. Больше. Ну я не знаю. Просто настроение такое. Хочется крыть. Хочется крыть вас и крыть мне всех матом. Как из автомата. Потому что разбито сердечко. Потому что. Не терпит душа. Возникла одна лишь привычка. Ты такой хозяйственный, сразу тарелку помыл. Блять, это для вас только, ну специально. Решил выебнуться. Вдруг заметите. Блять. Хочется спеть твои глаза. Можно рецепт пиццы? Да, можно, конечно. У меня, ребятки, шапки профиля. Вышел мой курс. 30-минутный интерактивный курс, где вы можете приобрести мой курс за 999 рублей. Там все рассказывается, вся последовательность приготовления пиц, соуса, теста. И вы получите реально большое удовольствие и приготовите мировую пиццу у себя дома. Штрассе 0998. Здорово. Ты материшься. Ну, блин, все раз было, что все с вами не нравится, во-первых. С ребятами, Крис и Ваня. Где шапка? Вон лежит там в кустах. Просто парень следующий. Привет, Нарфаминску. Хорошо. Передам Нарфаминску. Привет. Ребятки, спасибо большое за поддержку. Всем доброй ночи. Из необъятных уголков России. Никто не матерится, блядь, точно. Никто не матерится и хуй никто не сосет, естественно же. Ну, никто в руках его даже не держал. А тут Адеев, блядь, матершинник, вот, ну, испортил на ночь. Че не спишь? Бля, меня комар укусил. Оба-на. На Ефремова. Вот Ефремова присоединился, сразу свет погас. Короче, ребятки, у меня завтра с утра будет этот маникюр, короче, шеллак буду делать. Совсем, конечно, не испортил. Просто некрасиво твой мат. Ну, хорошо, ладно. Я не люблю сам, кто ругается матом, реально. Всем делаю замечания. Ну, а сам вот думаю, что, может быть, по-самому можно, когда душа просит. Ладно, все, ребятки, давайте, всех обнял. Доброй ночи, да. До завтра. Что день грядущий нам готовит? Адеев, ты прям такой... Приятно озабоченный. Это как? Приятно озабоченный.
честных слов, да, ребят. Я знаю, что где-то она есть моя. Вот сидит, смотрит, я уже второй раз или третий так говорю. Первый стих в Данаевой помнишь, нет? Ты расстался, да? Смотрит и думает, да ну нахуй. Такой красавчик где-то вот сейчас, Леха, пропадает. Надо срочно писать ему. Что, Ваня-то? Все. Давайте, ребятки, поднялся. Блин, жалко. Ну ладно. Где-то рядом она стопудово. Не дрочи. Бля, себе-то можно, ну чё? Не лишайте меня уж последнего удовольствия. Язык бы откусил. И себе нельзя? Не, все. Стой. А почему стой-то? Кто это? Украина, Таня Гуцу. Таня, бля, у тебя там мужик, короче, сидит, ну? Озабоченный, тебе приятно слушать. Ты как мужик озабоченный. Гейшлафен, я ишмус. Шлафен. О, да. Нишмус. Ich hab ganz doll Hunger und müde auch. Все. До трех считаю, вырубаю. Раз. Украина спать. Два. Доброй ночи, да, Антох. Доброй ночи. Три, короче, комментарий последний читаю и все, валю. Где он? Где последний комментарий? Ребятки, да, извините за мат, то, что вот, но немножко перебрал сегодня с матом. Настроение такое было. Was bist du müde? Von Affen was? Блять, уже много прочитал. Все, поцелуй.